Поехали. Ну, все много слышали о том, что скоро появится Лада Ларгус, но никто не видел ее. Вот второй день, когда можно на нее посидеть, потрогать. Вот пусть о машине нам расскажет генеральный директор СТНТ Лада Алексей Румянов. Ну, на самом деле, он уже существует, и это реальность. Вчера вы, наверное, все уже видели по телевизору, первый серийный автомобиль сошел с конвейера АвтоВАЗа. Даже Владимир Владимирович уже на нем прокатился. Это хороший знак, как мы знаем, после этого начинаются продажи. Значит, это впервые Ларгус демонстрируется в Санкт-Петербурге. Значит, до этого ни разу Петербург Ларгус еще не привез. В ближайшее время в нашей компании появится автомобиль тест-драйв. Я думаю, что это произойдет в этом месяце. Приглашаем всех пойти тест-драйв и посмотреть, что будет за автомобиль. Официальные продажи стартуют ориентировочно с июля месяца. Цена пока точно нам неизвестна, официально она не объявлена, но мы твердо знаем, что она будет дешевле 500 тысяч. Спускаться начнет сразу комплектация люкс, 7-местный, автомобиль с кондиционером, ЭСами, аэрбэгами. В общем, вот именно в такой комплектации, в какой мы сегодня представляем здесь на выставке. На самом деле еще можно посмотреть до конца выставки, каждый день, воскока, до воскресенья, до 8 числа, пожалуйста, приходите. А сколько в нем людей модификаций? На сегодняшний день, мы знаем о комплектации люкс, вот, которую мы представляем здесь, будет комплектация 5-местного и будет комплектация грузового, то есть 2-местный с грузовым отсеком. Значит, более подробно о комплектации мы будем вам рассказывать по мере поступления официальной информации завтра. Но народ интересует, задает вопросы. Вчера, когда мы открыли покрывало, я боялся за машину, я думал, его разберут на куски. Сегодня целый день к машине не подойти. Вы сами видите, что даже телевидение уже никого не останавливает. Люди смотрят машину. Впечатление у всех очень хорошее, всем нравится. Действительно, такой большой, такой интересный, красивый автомобиль, удобный, за такую цену, это фантастика. Мы считаем, что это будет хит продаж. И получается, что главное два варианта, что это с одной стороны автомобиль для семьи, а с другой стороны хороший такой мини-грузовой автомобиль для бизнеса. Да, и это прекрасное такси для 7 пассажиров, 6 пассажиров плюс водитель. Это очень интересный автомобиль. Если разобрать сиденье, там сзади можно, по-моему, слона. Сами-то пробовали за рулем проехать? Знаете, немножко прокатился. Пока выгружали, попробовал, мне понравилось. Ну, конечно, не гонял. Так, здесь бережный, даже выставочный экземпляр, разгрузили, закатили. Еще раз говорю, мне только что отзвонили с завода сегодня, сказали, что буквально в ближайшее время нам отгрузят 2 автомобиля «Ларгус» для тест-драйва. Поэтому уже сейчас приглашаем всех записываться через наш сайт www.int.ru и на тест-драйв «Ларгуса», и, в общем-то, и на сам «Ларгус». Предварительные заказы мы уже принимаем. Спасибо.